Атманаваха Пурушоттамо Дадату Свастино Нисваксено Нишвешвараха Свастино Ришикешо Хари. Мои дорогие братья и сестры, it is a great honor to be для меня большая честь быть здесь сегодня. First of all, в первую очередь, I want to express я выражаю свою благодарность to Alexander Senapati, Александру Сенапати и Пурниме Ананда, представителей Международного форума БРИКС, за то, что они собрали нас со всех уголков мира вместе в духе любви, мира и братства для прекрасного видения будущего, свасти. Су означает красивый, асти – существование. Затем я выражаю свою благодарность нашему дорогому Дипаку Сингу, великому защитнику дхармы, духовности и директору благотворительного общества граждан Индии, проживающих за рубежом. Вчера нам очень повезло присутствовать на Ганди Смрити. Это был юбилей первого дня Сатьяграхи, марша Махатмы Ганди. Премьер-министр. Махатма Ганди сказал: в мире достаточно всего для удовлетворения потребностей каждого, но недостаточно для удовлетворения жадности. А жадность появляется тогда, когда сердце нечисто. Сердце очищается дхармой. Это удивительно. Дхарма означает, как заботиться о наших материальных потребностях и в то же время о наших духовных потребностях. И риши сказали, что суть дхармы цель всех наших занятий – доставить удовольствие Господу. Если мы сравним этот мир с деревом, то каждый из нас подобен цветкам на этом дереве. Но Бхагаван – это корень этого дерева. И когда мы хотим принести благо всем, то мы поливаем водой корень дерева. И когда наша преданность предлагается Господу, то автоматически все цветы на этом дереве, все мы, становятся удовлетворены. В этот век Кали главный аспект дхармы, что это? Также об этом говорил великий Махатма Ганди. В последний момент своей жизни, когда он встретил пулю своего убийцы, в этот самый момент Ганди не погиб, но он стал бессмертным. И в этот последний момент жизни он сказал: «Джай Шри Рам! Джай Шри Рам! Джай Шри Рам!» Он воспевал святые имена. Веды говорят: в это очень материалистичное время для очищения сердца необходим киртан, харинам санкиртан. Я скажу вам откровенно, очень многие люди сегодня думают, что санкиртан – это такое социальное мероприятие. Часто так думают пожилые люди. Но это не так. Наша Академия Чайтания, которая базируется во Вриндаване,
представляет полный синтез науки и духовности. Духовность универсальна. Каждая душа, каждый из нас – слуга Господа. И во всех религиях люди могут поклоняться Господу так, как это предписано в их религии, и прославлять имена Бога. Но мы должны знать, что все функции нашего ума, наших чувств, происходят благодаря движению праны. И когда человек произносит святые имена Господа, то сверхъестественная прана, апракрита прана, смешивается с его праной. И тогда приходят духовные очищенные мысли и духовное трансцендентное видение. Итак, я предлагаю для видения будущего. Пожалуйста, в ваших школах среди детей введите чтение Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита – это универсальная духовная книга Индии. Если с детства дети будут воспевать Бхагавад-гиту и воспевать киртан каждый день перед занятиями, то это оставит очень глубокое самскару впечатление в их сердцах. И когда они вырастут, они будут идеальными гражданами. Потому что если дети будут расти только с материалистичными самскарами, поп-музыки и Макдональдса, то вы увидите, что через 20 лет ваши дети и внуки забудут дхарму. Поэтому сейчас уже мы должны подумать о том, как это будущее может наступить. Духовное будущее. Я приехал сегодня сюда. Простите меня, я не политик. Я не занимаюсь коммерцией. Я приехал со Святой Земли Кришны, из Вриндавана. Я хочу сказать, что, к сожалению, в последнее время Вриндаваном пренебрегали. И те из вас, у кого есть возможность и силы что-то сделать, пожалуйста, сотрудничайте с нами. Мы создали план, советуясь с инженерами из Швейцарии, Италии и других стран. План заключается в том, как снизить загрязнение во Вриндаване. Как сделать исторический центр Вриндавана пешеходным. И как очистить реку Ямуну. Святую, для того, чтобы святая земля Кришны стала прекрасным, удивительным местом. И я обещаю вам, что через несколько лет вы увидите, что все больше и больше людей со всего мира привлекаться Индией и будут привлечены прекрасной и удивительной культурой преданности Вриндавана. Вы увидите на экране, также мы курируем государственный музей Матуры, где есть удивительное наследие вайшнавской культуры, джайнизма и буддизма. Это самая ценная коллекция археологических находок по всей Индии. Но тоже находится не в очень хорошем состоянии. Сейчас мы курируем это историческое место, чтобы возвысить его до стандарта великих музеев мира, таких как Эрмитаж в Санкт-Петербурге и Лувр в Париже. Если вы хотите поучаствовать в этом служении для духовного подъема и для сохранения наследия Индии, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мистер Раджкумар, give your gift to the spiritual, great spiritual leader, Шри Прем Прайоджан Прабу. It was a great honor. Dear brothers and sisters, I'm very happy to invite Deepak Singh, Deepak Jain, please come. With he's the president of Honorary Wealthy Society and our big partner. And today he will give Mahatma Gandhi award ceremony. We will start with this official ceremony. Please.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram.